Я использую AgeLock R-квадрат уже около 4 месяцев. И на сегодняшний день я могу считать, что тот день, когда я начала принимать R-квадрат, это просто день моего второго рождения. Я чувствовала себя уже вымотанной, и мне было сложно сделать столько дел за день. Сейчас это действительно просто вторая какая-то жизнь, второе дыхание открылось. В препарате AgeLock R-квадрат мне больше всего нравится то, что он является для меня сейчас основным помощником. У меня большая семья, я очень много летаю, сплю порой 4-5 часов и, в общем-то, много уделяю времени своему бизнесу, развитию бизнеса. И сейчас это для меня такая батарейка внутри, которую я ношу всегда с собой. AgeLock R-квадрат всегда, всегда рядом. Но это просто тот препарат, который подарил мне крылья. Вот это мне нравится больше всего. Я считаю, что с выходом AgeLock R-квадрата на рынок мы приобретаем новые возможности. Я для себя вижу очень большие перспективы, потому что это совершенно уникальный продукт. Это продукт, который нужен всем. И сейчас, когда очень плохая экология, стресс, люди живут в таком плотном графике, это, конечно, спасение, и этим нужно делиться с другими людьми такой возможностью. В связи с этим будет перспектива роста, это огромные объемы продаж, это то, о чем мы будем делиться со своими дистрибьюторами и просто с теми людьми, которые еще об этом уникальном шансе просто не знают. Я считаю, что люди будут покупать AgeLock квадрат, R-квадрат, потому что ну, это как купить хорошую еду, и это избавляет нас от всего лишнего, что мы накапливаем в течение своей жизни, от того мусора, который случается, попадает в наш организм с некачественными продуктами питания, ну и с экологией, как я уже говорила. Поэтому это просто такой и прекрасный, замечательный просто шанс. Я думаю, что никто от этого шанса не будет отказываться. Все будут говорить: дайте мне, дайте еще, я тоже хочу. Моя стратегия по введению AgeLock R-квадрата в дубликационную модель – объяснить возможности всем своим лидерам, как они смогут вырасти и вырастить свои структуры на этом препарате и сделать так, чтобы это множилось в геометрической прогрессии, вот эти все секреты, которыми мы будем делиться. Мы будем делиться ими со всеми. Ну и, конечно, проводить бизнес-семинары, как можно больше людей включать в то, чтобы R-квадрат нашел дорогу к своему потребителю.